Доброе утро. Мы на даче. Наше лето где-то заблудилось. И в августе обещали тоже. Будет холодно. Очень жаль. Ну да что делать? Клематис отцвел, но ему на смену зацветают флоксы. Вот там, около забора, флоксы белого цвета. Год на год не приходится, и в этом году они невысокие, где-то около метра. Обычно они вырастают до 1,5 метров. Но соцветия по-прежнему крупные. У меня в гостях был Сергей, тот самый, к которому мы ходили в гости весной, и у которого роскошные тюльпаны и гиацинты. Он сказал не 100%, что это чертополох. Назвал как-то еще это растение. Ну, не знаю, посмотрим. Пока оно меня очень радует. Зацветает горячавка. Но ее нужно пересаживать на солнечное место. Ее сильно затеняет гортензия. И там под гортензией она цветет плохо. Начну потихоньку обрывать засохшие цветы хосты. Те веточки, которые цветут, обрывать не буду. А такие засохшие полностью убираю. Потому что с ними куст смотрится очень неопрятно. Ну вот, совсем другое дело. Девичий виноград вновь залез туда, куда ему не следует. И нужно будет его стричь. В этом году мы немного припозднились со стрижкой деревьев и кустарников. Начало августа и первый раз, когда мы будем их стричь. И начнем с этой елки. У этой ели мы будем подстригать только макушку. И поэтому пригодится секатор. Мы специально оставляем такую пушистую макушку, чтобы она была похожа на рождественскую звезду. И у этой ели только обрежем макушку. Так теперь выглядит макушка этой ели. В этом водоеме вода очень грязная, и пришло время ее менять. Теперь покажу, куда я посадила растение, которое дала Ирина. Астильба. Сзади водоемчика. Кустик пока маленький. Мы со Светой поделили его пополам. Но он разрастется, и цветет он просто роскошно. Можжевельник же я посадила сюда, около импровизированного колодца. Не могу налюбоваться на свой вереск. Это лесной, обычный. Я его нашла в лесу, посадила маленьким кустиком несколько лет назад. И теперь он очень красиво лежит на дорожке. Это мой лесной участок,
Он здесь как нельзя кстати. А теперь кое-какие пересадки. Здесь под хостой росла астильба и не цвела. Я ее пересадила сюда, убрав белую пушистую травку, которую посадила сюда. И мне кажется, что здесь она смотрится гораздо лучше, потому что для той клумбы она уже была слишком высокой. Сегодня хотим обрезать иву шаровидную, которая растет за прудиком. Обрезать будем все стволики, кроме самого большого и толстого. Этот можжевельник мне давала Ира несколько лет назад. Он уже превратился в огромный куст, и я хочу его немного подстричь. Вот здесь вот, чтобы был проход. Вот и образовался проход. Теперь можно спокойно пройти. Конечно, жалко его стричь. Сострижено много, но что делать? Я, наверное, сейчас соберу эти ветки и отдам Свете. Она может укоренить их и где-то себе посадит. Вот это да! Как же она сюда залезла? Почти на самую верхушку коники. Может, она слезть не может? Как ты думаешь? Слезет сейчас. Слезет? Может, ей помочь? Ну, она же куда забралась? На самую макушку. Хвост торчит. Привезла сюда телегу, которую покупала в магазине «Лови момент». И сейчас я ее пристрою на шкафчик для посуды.